Предусматривает до 20 лет тюрьмы. Здравствуйте! В эфире последний в уходящем году специальный выпуск программы «Вести Мурман». Как обычно, в преддверии самого волшебного праздника мы вместе с вами подводим итоги 12 месяцев. И, конечно же, строим планы на грядущий 2019 год. 357 дней из 365 2018 мы были с вами. Говорили вам доброе утро. И желали хорошего вечера. 2787 выпусков новостей и ровно 50 раз подводили итоги недели. Были в курсе всех событий Мурманской области и не только. Франтов. Желания у всех разные. Но есть и самые простые, самые главные вещи, из которых складывается счастье для любого из нас. Именно их я и хочу вам пожелать в преддверии праздника. Я желаю вам крепкого здоровья. Желаю, чтобы в вашем доме было тепло и светло, царил уют и достаток. Чтобы ваши дети радовали вас успехами, а близкие дарили любовь и понимание. Чтобы во всех делах вам сопутствовала удача, работа приносила радость, а замыслы воплощались в жизнь. Пусть именно этим нам с вами и запомнится наступающий 2019 год. С Новым годом, с новым счастьем! 2018 год в России указом президента Владимира Путина был объявлен годом добровольца и волонтера, как признание заслуг людей, которые, не жалея сил, трудятся во благо других. Едва ли существует такая сфера жизни, которая остается без внимания этих людей. Сегодня волонтеры стали важным инструментом решения значимых социальных задач. В Заполярье движение объединяет почти 17 тысяч человек, но не заканчивается марафон добрых дел для людей, которых связывает одна общая цель – помогать, поддерживать и делать наш мир лучше. Дорогие друзья, я всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Пусть грядущий год станет временем больших перемен. Каждый новый день приближает вас к мечте. Пусть сбудется все задуманное, и в каждый дом придут мир и согласие, любовь, удача и простое человеческое счастье. Пусть новогодние праздники подарят вам душевное тепло и много счастливых моментов. Здоровья нашим родителям и детям. С Новым годом, Мурманская область! Главная новогодняя традиция – загадать желание под бой курантов. Но мало кто знает, что на Кольском полуострове есть место, где все сокровенное сбывается круглый год. Это Саамская деревня. Древний народ Саами верит, что от всего плохого их оберегают заговоренные деревянные идолы. Всего их 9, 5 на судьбу, удачу, здоровье, счастье и, конечно, любовь. Главное – верить, ведь, как известно, вера горы сдвигает. А местный колорит, северное сияние, удивительная природа, радушные хозяева помогают поверить в сказку и хоть ненадолго забыть о мирской суете. Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Пусть каждый день, прожитый в этом году, будет вашим. Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, счастья, здоровья, удачи. Пусть все невзгоды обходят стороной. Пусть в вашем сердце всегда найдется место для любви и совершенствования. С Новым годом! Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Готовясь к встрече Нового года, мы всегда оглядываемся на год уходящий. В нем было много событий, интересных и сложных, приятных и не очень. Но давайте оглянемся и вспомним его с позитивом. А собравшись за праздничным столом, в кругу своих близких и друзей, пожелаем друг другу счастья и добра. Пожелаем, чтобы те наши задумки, те наши мечты, которые мы хотим воплотить в 2019 году, обязательно сбылись. От всей души желаю вам хорошего, доброго настроения, счастья и тепла в ваших семьях, чтобы все, что мы задумали, обязательно сбылось. С наступающим Новым годом!
Стрелки часов неумолимо приближают нас к встрече Нового года. Буквально считанные часы, сейчас кто-то спешит к любимым или друзьям, несет домой елку, украшает квартиру. Повсюду царит предпраздничная суета. Приятные хлопоты. Ну а мы работаем здесь, в студии, для вас, пока хозяйки суетятся на кухне. Калейдоскоп любимых блюд скоро окажется на праздничном столе. Скоро все сядут за стол провожать 18-й. Под зеленой красавицей уже разложены подарки, и каждый без исключения в ожидании чуда. Дорогие друзья, моряки североморцы, жители нашего заполярного края, мурманчане, земляки, в наступающем году, дорогие друзья, я желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, счастья, тепла в вашем доме. Поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Где встречать Новый год? По статистике, большинство сам бой курантов встречают дома, а уже потом отправляются на елки, массовые гуляния, в гости. Отличная идея – встретить праздник в шумной компании, в увеселительном заведении или, как вариант, на свежем воздухе. Впереди большие новогодние каникулы. И опять же, если мы уже обратились к статистике, северяне предпочитают проводить их активно. Многие отправляются в путешествия, а кто-то выбирает спорт, лыжи, сноуборд, коньки. Благо, все необходимое для этого имеется. Дорогие мурманчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Новогодние праздники – удивительные дни. Они дарят нам радость, тепло, наполняют наш дом спокойствием. А также есть возможность задуматься над тем, что у нас произойдет в будущем, и подвести итоги того, что было в ушедшем году. Новогодняя ночь, она интересна тем, что мы загадываем самые сокровенные желания. И пусть они у вас сбудутся. Я желаю, чтобы взаимная любовь, достаток, покой, доброта не покидали ваш дом весь этот год. Пусть сбудутся ваши самые заветные желания. С наступающим Новым годом! Счастья и удачи во всем! Уважаемые мурманчане, дорогие земляки, от всего сердца, от всей души я хочу поздравить вас с наступающим 2019 годом. Я хочу пожелать вам успехов, удачи, исполнения желаний. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и любовь. Будьте счастливы. С праздником вас! 2019 год объявлен в России годом театра. Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров – исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. Символично, что в 2019-м главный театр Заполярья, областная драма, отметит юбилей – 80 лет. К долгожданному переезду готовится театр кукол. Все учреждения культуры строят творческие планы и живут в ожидании перемен. Новый год – это самый сказочный праздник, самый чудесный. И я вам желаю здоровья, радости, счастья, любви. И помните, если в новогоднюю ночь загадать желание, оно обязательно исполнится. Это говорю вам я, Дедушка Мороз. Мы говорим вам до свидания в 2018 и будем рады встрече в 2019 году. Сейчас в каждом доме последнее приготовление и все в ожидании чуда. Мы желаем всем жителям Мурманской области крепкого здоровья, благополучия и процветания. Мира вам и вашему дому и безграничного позитива. Улыбайтесь, улыбка – это всегда прекрасно. Только хороших вам вестей и до скорой встречи в новом 2019 году.